Первыми к заготовке кормов приступили хозяйства и фермеры Прилузского, Сысельского и Каркировского районов. Об этом Сергею Гапликову доложил курирующий сельское хозяйство вице-премьер правительства Коми Анатолий Князев. В настоящий момент уже выполнено 4% объемов от плана. К слову, это уровень прошлого года. А всего аграрии намерены заготовить 21 тысячу тонн сена, 52 сенажа, 60 силоса. Вся кампания продлится около 2 месяцев. От того, как она пройдет, зависит предстоящая зимовка скота и результаты всей животноводческой отрасли. Важно выдержать агротехнические сроки и позаботиться о качестве кормов, отметил Князев. Основная же масса хозяйств должна приступить к работе до конца недели.